все пожелания пишите, пожалуйста, в комментариях под любым видео. Так, 2, 3. Ну, давайте, пока вы будете думать над оценкой этого трека, поехали, следующий. Шума, если я в тебя влюблю, считай, ты поплавска. Ску, и когда внутри тебя, то ты кричишь. Чтоб ты меня любила, как ты любишь Дан. Я хочу, чтоб ты была так близко, как мой нос в кармане. Я потрачу на тебя все деньги, куплю тебе камни. Я буду дарить цветы тебе и твоей маме. Но, к сожалению, мы не станем парой, ведь мне важнее бабки. Кладу все чувства на этот трек, ведь у меня в душе раны. Лучше бы это не начинали, походу было рано. Но мне на одну ночь и больше ничего не надо. Я могу написать книгу о комплиментах для тебя. Твоя пижама такая милая, но хочу ее снять. То, что мы делаем ночью, знает только лишь кровать. Я по тебе скучаю, я хочу очень тебя обнять. Эй, детка, ты помнишь, когда я поднял первый миллион, ты приготовила торт. Я не мог чувствовать ничего, но я увидел тебя, я больше не мертв. Я хочу кончить тебя, у меня есть желание, зайка, так нахуй аборт. Да я не буду врать, ты охуенная, больше тебя люблю только сироп. Мне все равно, где ты, я заберу тебя в Москву. С другими суками нашу маску. Если я в тебя влюблю, считай, ты поплавска. Ску. И когда я внутри тебя, то ты кричишь. А вопрос, кто это поет? Англи Стефан или нет? Мне кажется... А, слушайте. Скайли Миландер. А я думаю, что знакоменькое? Что знакоменькое-то? Артур, я поняла, что этот трек мне адресован. Персоналити, я это оценила. Я услышала, что мне нужно было. Мы это с тобой обсудим потом. Все персоналити. Там, конечно, не было слова про Италию, ой, Испанию. Ну, Москву тоже неплохо, да? Ладно. Это, ну, слушайте, это еще не совсем прям вот жесткая кринжатина, которую мы как бы очень всем сердцем, всей душой любим от Скайли Милана. А, да, слушайте, я не могу не вписать. Как же ж. Не могу не вписать этот. По-моему, кстати, как вариант могу предположить, что мы это уже, этот трек, по-моему, даже слушали. Нет? А что к моему басу нужен этот? Опыт жизненный, да? Если подпривыкнуть, поднабраться, кремнем стать, да? Так, предыдущий я увидела, что вот 3 поставили. Все бы ничего в этом треке. Если бы, конечно, не резануло уже ближе к концу мне фразы, что... Ну, что-то там прям вот про всякие вот эти вот глубокие вот эти вот схождения, снисхождения, вхождения и эти... Пойду водопадами в тебя алыми и все такое. Но Скайли Милана вы оцениваете по-божески. 6, кстати. Вот. Не, я не скажу, что это плохо. Это прям супер кринжатина. Скайли Милана. Это даже это вообще пролестно. Поэтому я даже поставлю по боли.